конец декабря. Время, когда возвращаются они. Новогодние комедии для всей семьи. Беспощадно добрые и позитивные фильмы. Новый год — самый светлый праздник. С искусственным снегом, продакт-плейсментом и месседжем не глубже новогоднего СМС-спама. Черт бы вас всех подрал! Каждый Новый год одно и то же! Но в 2016 году пришел человек, который решил, что в эти светлые праздничные дни вы захотите увидеть мрачный средневековый эпик на религиозную тематику, полный крови, секса, грязи и насилия. Дизайнер Артемий Лебедев смог бы продать каждую букву отсюда шести разным городам. Погрузитесь в увлекательную историю, изложенную слегка подвыпившим рассказчиком. Я закрываю глаза и вижу зимний лес. Основанную на реальных событиях. Но это не точно. Поэтому слоган фильма ненавязчиво отсылает к секретным материалам. Узнайте историю князя Владимира, крестителя Руси и настоящего викинга. Я викинг. Ну, вообще он сам не викинг. Но там есть парень, и у него есть друг, про которого говорят, что он викинг. Ну да, про этого парня я бы тоже посмотрел байопик. Данила Козловский создал убедительный образ человека, который убивал, захватывал и насиловал. Но все это не по своей воле. Какое изнасилование? У меня складывается ощущение, что она сама берет вот этих парней на силу. А в любой непонятной ситуации говорил низким простуженным голосом. Перестань бояться. Ярополк заплатит за смерть Олега. Я больше не буду убивать. Да, это было непередаваемо. Боже, Питер, твой голос — это нечто. Наша промо-компания была по-средневековому агрессивной. Мы взяли Комик-кон, Боровицкую площадь и Первый канал. Самым обсуждаемым культурным событием этого года является фильм «Викинг». 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 «Фильм Викинг». «Фильм Викинг». А потом взяли Кремль. С удовольствием пошли еще раз. А почему нет? У нас там тоже вежливое объединение Руси и все такое. Зовите Ярополка, я хочу говорить с ним. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Из нашего фильма вы узнаете, что викинги посещали барбершопы, устраивали эпичные рейвы. Разговаривали, как гопники из Чертаново. Это последнее слово, да? Пойдем, поговорю с тобой. А я тебя не звал! А остальное время просто рычали. Прочувствуйте атмосферу безысходности и килотон грязи. Оставшиеся еще со съемок трудно быть богом. Мрак, грязь, страх и ничего человеческого. Ощутите масштаб сражений с полным эффектом присутствия. Смонтированный так, будто монтажер сам был их участником и потерял обе руки. Мы делали фильм 8 лет, но у нас не хватило времени проверить, как правильно пишется Мао Цзэдун. Зато мы сняли сцену, достойную использования в рекламе кваса или отечественных курортов. Краснодарский край, лето, Сочи, рай. Просто следуй за мечтой. В ролях Данила Козловский, загримированный под Богдана Титомира. Братишка, который опять попадает в охуительную историю. Да твои истории просто доебали уже. Одна история охуительнее другой. Александра Бортич, в роли типичной читательницы Вандерзина. Что за радость мне с тобой на войну идти? Погоди, давай поговорим. Поговорили уже. А также массовка из Безумного Макса и байкер-хирург. Те, кто задевают эту русофобию, вот это... Эти и многие другие в фильме «Духлес. Начало». Вам нужно посмотреть, чтобы увидеть. Это была детская версия честного трейлера, а теперь 18+. Блять, мы 8 лет спали с этой кониной. Вы реально или критиковать наши старания? Идите в ебаные печенеги. Если ты будешь качать наше говно из торрентов, мы, блядь, тебя четвертуем, как сраного язычника. И хуй, блядь, так сапку получишь, а не новый сезон «Фарго». Are you ready?